Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Очаровательно оформленная книжка привлекла мое внимание. Интересно и название «Тун лето в розовом городе», и интригующая цитата на обложке «Чем пахнет дом мой Ереваном? Сухим пряным воздухом, фруктами, солнцем и пылью». И интересное имя автора – Гай Маркос. Как я поняла, это очаровательная девушка, по крайней мере, по фотографиям в Инстаграм. Тун в переводе с армянского «алый дом». Розовый город, как название книги, главная героиня Мариам, очнулась в больнице. Она переживает серьезную физическую травму, еще более тяжелую психологическую. Ее предал возлюбленный Руслан, из-за которого случилась страшная автокатастрофа со смертельным исходом. Все думают, что это она виновница трагедии. Мариам, Мари, девушка совсем не идеальная, живая, любящая, капризная, заблуждающаяся. Бывает такой милый и такой отталкивающий, такой заблудший и такой искренний, властный и богатый отец в наказание решает отправить ее к бабушке в Ереван. Но есть еще одна сюжетная линия, которая начинается в 1969 году. История двух семей. Главная проблема романа заключается в вопросе, цитирую, «Ты знаешь, где твой дом?» Да, действительно, где наши корни? Где есть ответы на все наши вопросы? Где наша душа обретает гармонию и умиротворение? Действие романа охватывает временной промежуток с 1969 по 2012 год, почти 50 лет, в которые поместились судьбы представителей двух семей, связанных с соседством, дружбой и общей трагедией. Это книга об алом доме и розовом городе. И когда Мариам кажется, что она нашла свой дом, свой сердечный приют, та самая семейная трагедия, случившаяся десятилетия назад, все разрушает. И теперь Мариам надо исправить ошибки отца. Теперь ей надо во что бы то ни стало сохранить семью, дом и любовь. Еще одним главным героем книги становится Ереван. Прекрасный, солнечный, уютный, пахнущий абрикосами, чудесными улицами, домами, традициями. И сразу хочется посетить Армению, посмотреть на старинные монастыри, увидеть Арарат. Эта трагическая и красивая история не отпускает, заинтересовывает, хотя местами бывает просто жестокой. Терпение давалось мне с трудом, но я понимала, что только так могу заслужить доверие и вернуть себе собственную жизнь. Я пока не знала, какую. Не представляла ни людей, ни себя в этом будущем, но чувствовала, что оно должно быть другим. Более того, прежняя жизнь утратила для меня все свое обаяние. В ней никто не относился ко мне так, как в этой. Книга о розовом городе вселяет нерушимую веру в то, что все образуется, все обязательно будет хорошо. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».